Так, психологически давит на Софи. Ой-ой-ой-ой-ой! Вот это да! Вот это жесть! Вот это мощный! Удар прилетел! Красавчик! Бага, ты тренировался, что ли? Это все грэплинг? Грэплинг, ты же там борешься! Итак, ну что, противостояние заканчивается. Ну что ж, давайте поаплодируем всем этим парням. Посмотрите на эти мужественные лица. Они делают шоу, они делают наш вечер, они делают Siberian Power Show. КВС по пауэрлифтингу. Противостояние бородачей. Его соперник Альберт Викинг Машнин. 110 килограммов. Механик, любящий мясо и пиво. Итак, ну что, есть мнение, что борьба облегчает страдания в этом нелегком виде спорта. И наносить будет, я так понимаю, наносить будет Викинг, да? Итак, капу не забудьте, да, если нужна, вот лежит у вас. Итак, первый удар, готов к нанесению. Нормально, уже не скупятся, да, парни понимают. Все видели, как надо. Собрались, сосредоточились. Да, убедительная просьба, здесь присутствует только пресса и участники. На сцене. Итак, ответ. Достойно обменялись оплеухами. 1-1, да, пока что. Продолжаем. Итак, Викинг. Альберт. Есть ответ. А теперь ответ от Артема Плоткина. Второй удар. Очень звонко. 2-2. Ваша поддержка очень достойна. Ноздря в ноздрю. Шлепок в шлепок идут. Продолжаем, джентльмены. Сейчас как-то такой был звук, как будто кость. Нормально все? Такой глухой удар получился. Итак, сейчас будет отвечать Артем Плоткин. Так, что, нормально себя чувствуешь? Или готов продолжать? Да, все нормально. Готов продолжать, подержался за щеку и продолжает Альберт Машнин. Сейчас хрестоматийно прям такой шлепок, как будто не по лицу, да? Итак, сосредоточился его соперник Артем Плоткин. Четвертый удар, да. Свой четвертый удар будет бить Артем. Парни, по одному пятому удару у вас остается. Аплодисменты. По одному пятому удару. Итак, есть. Довольно звонко. Ответ. Нормально тоже, да, мощно. Ну что, что скажут судьи? 5-5, в этом бою точно парни больше друг друга, я думаю, не будут наносить, да? С них хватит. Есть ли решение судей? Еще по два удара. Только мы пообещали парням, что их лицо сейчас не будет болеть, как еще по два удара. Ну что, зрители, поддерживаем? По парочке ударов. Ну давайте, парни. Артем Плоткин, 102 килограмма против Альберта Машнина, 110 килограммов. Два викинга, два бородача. Чуть-чуть, тоналку нанесли просто, чтобы щека красная, немножко кровь появилась, да, смотрите. Вот так вот пощечины оказались более кровавым спортом, чем армфайт, да? Кровавый спорт, как фильм с Ван Даммом, помните? Но у нас круче, наши парни круче. Ну что, еще по одному удару. Обратите внимание, да, вот были уже нокауты, но, кстати, крови особо не было, да, тут прям нормально. Ну что, зрители готовы? Спортсмены готовы? Итак, давайте, парни. Ой-ой-ой-ой-ой.
Скажите, уважаемый судья, не заигрываются ли парни? Не слишком ли высоко наносят? Нормально. Большая щека, да, хорошо, когда большая щека. Прям добротные удары. Итак, ответ от пауэрлифтера Артема Поткина. Заботьтесь друг о друге, настоящие джентльмены. Нормально. Нормально, четко. Итак, по одному удару остается у парней. Ваша максимальная поддержка! Ой-ой-ой-ой-ой! И это классно, классно одобряет. Вы просто чудеса джентльменства проявляют парни. Итак, отвечает Артем Поткин Альберту Машнину. Ой-ой-ой-ой-ой! Нормально, да, нормально. Аплодисменты. Ну что, есть ли у нас судейское решение? Или спросим у зрителей? Или ты выйдешь? Ну что, друзья, ваше зрительское мнение, да, не можем мы больше мучить любителей. Вась, ты кому победу бы отдал? Что скажешь? А? Лифтеру? А почему? Что у него? Не слышишь, что чистые удары более у лифтера, да? Смотрите, вот говорит Василий, как эксперт, что чистый удар. Ну что, знает информацию? Итак, уважаемые зрители, кто голосует за викинга-механика Альберта Машнина? А кто за лифтера Артема Поткина? Итак, еще раз, чтобы убедиться. Механик? Лифтер! Оба парня настоящие любимцы публики, но все же победил лифтер. Внимание, второй бой. Зрители готовы? Ну что ж, джентльмены, правила вы знаете. Приступайте. У вас по 5 ударов. Вольная борьба против регби. Азам Джон против Дрюса. Давайте посмотрим. Смотрите, вот след остался прямо на уровне виска, да? Делаем замечание. Первое предупреждение. Два предупреждения – это проигрыш. Напоминаю, не уворачиваемся. Это тоже предупреждение, тоже фол. Четко, да? Четенько, нормально пришлось. Отлично. По одному есть. Итак, Азам. Вот сейчас хорошо. Совсем другое дело. Ответочка от Дрюса. Нормально, 2-2, аплодисменты. Какие у нас крепкие парни и достойные противостояния. Хорош, 3-3. Ноздря в ноздрю, реально ровно соперника подобрали. Отлично! Вот это бодрость! Они, кажется, только проснулись, только разошлись. Говорят, давай еще! Трюс, я могу! Хорошо. Так, палитра звуков разные ноты берут, когда бьют друг друга по щекам. Ответ от Трюса. Очень звонко. Даже самому Азаму понравилось. Итак, по одному пятому удару, да? Шлепок. Итак, ответ от Дрюса. Пятый, последний удар. Ой-ой-ой, также весьма достойно. Ну что, вы еще по одному удару. Итак, друзья, по одному удару назначает главный судья. Сейчас парни разомнут кисти, да, чуть подготовятся, разомнут лицо. Итак, внимание, сейчас прилетит. Есть такой немножко глухой удар. И ответ от Дрюса. Дрюс разгоняется. Дрюс размахивается. И
Итак, победа, ну вот ноздря в ноздрю, но все же отдается Дрюсу, да, по факту более звонкой и заключительной пощечины. Ваши овации Азамджону. Парни, правила знаете? Вопрос... Не знаете правила? Не, улыбается, все знает. Все знает, знает. Итак, помни про фолы, помни про все. Итак, сейчас выясняем, кто будет бить первым. ММА против Жима Лёши. Ну, посмотрим, что здесь важнее, сила или техника, или хлесткость удара. Напоминаем, что самый знаменитый российский атлет в пощечину Василий увлекается пауэрлифтингом, и там сила и масса зарешала. Посмотрим, что будет здесь. Ну, там масса 180 килограммов. Здесь парни на двоих весят, как один Василий. Итак, начинает мага. Очень! Ой-ой-ой-ой-ой! И смотрите, давайте посмотрим. Ну, да, почему держится за ухо? Нормально? Не знаю. Ну. Нет претензий на фол? Все нормально? Или не нормально? Че-че? Да. Все нормально, все чисто. Чистый удар, превосходный. Итак, ответ от Жимовика. Видите, все-таки поставленный удар многое играет. Итак, ответ от Жимовика Максима Дубинина. Мага включил шею и благодаря этому практически глухой удар никакого не нанес повреждения. И сейчас постарается нанести столь же сокрушительный удар, чуть-чуть его корректирует. Судьи, но тем не менее, Мага хорош, заслуживает аплодисменты. Это только первый удар состоялся, а уже сколько эмоций. Итак, Мага. Так, психологически давит на Софи. Ой-ой-ой-ой-ой! Вот это да! Вот это жесть! Вот это мощный удар прилетел! Красавчик! Мага, ты тренировался, что ли? Это все грэплинг. Грэплинг, ты же там борешься. Итак, ну что? Противостояние заканчивается. Никита Роговской, 72 килограмма. И Сергей Соколов, 73 килограмма. Каратэ Шатакан против армрестлинга. По три удара, потому что у парней дополнительные будут раунды, их трое. Они решают, кто из них троих выйдет вперед. Итак, смотрим. Внимание! Нормально, нормально, парни легкие, но четкие. Итак, сейчас будет ответ от Никиты Роговского, каратэ Шатакан. Посмотрим, чем кунг-фу круче. Ой-ой-ой, нормально. Чуть-чуть просел его соперник. Сразу, да? Итак, сразу же присуждается победа Никите Роговского. Итак, кто первый бьет? Самбист бьет первым. Итак, Дмитрий Васяки. Смотрите, там Василий, здесь Васякин. Это имя, приносящее удачи в пощечинах. И Никита Роговской готовится к ответу. Итак, небольшой корректив, да, но пока еще не фол. Никита Роговской. Ну-ка, давайте посмотрим. Кунг-фу от Никиты. Ой-ой-ой, нормально, нормально. Оценил мощь его соперник Дмитрий Васякин. Но готов продолжать. Самбисты просто так не сдаются. Даже бывшие самбисты. Итак, внимание. Нормально так, пошатну. Ой-ой-ой-ой-ой. И победа присуждается Дмитрию Васякину. Серьезно, серьезно. Вот это легковес. И кто бы знал, что противостояние легковесов будет. И его соперник, представляющий Германию, который приносит нашему турниру международный статус. Лига Торстен! Весом 90 килограммов. В прошлом футболист. Итак. Международные бойцы, я надеюсь, легату перевели правила. Первый человек, который выступает в смокинге. Что, решил не связываться? Все, да. Окей, окей. Что, что? Пока.
Да, говорит, лучше, говорит, я пойду подерусь в клетке, говорит. Все, поздравляет, поздравляет. Итак, давайте приступим. Есть, ударились кулачками, начинает Мага. Итак, давайте посмотрим, помним, как же круто выступил Мага до этого. Ну что, все внимание на арену. Мага замахивается. Так. Ой-ой-ой, вот это крепенько. Вот это звездочки в глазах сейчас появились у оппонента. Немножко отдышался человек и... Выходит отвечать Артем Потки. Да, немножечко зазвенело, ну что ж, признаем. Но тебе продолжает, и сейчас прилетит удар. Ой, тоже, да, да, тоже хорошо. А, чуть-чуть, да, сам признает свою ошибку. Ну, что ж. Да, но Мага сильный, Мага хорош, Мага сильный. Итак, удар от Маги. Мага тоже понимает, что он сильный. Отличная поддержка зрителей! Итак, Мага готовится вложиться в свой второй удар в этом круге. Ой-ой-ой-ой-ой, это жестко! Вот это было жестко, прям зазвенело в голове у соперника. Итак, сейчас он принимает решение. Нормально, говорит, нормально, ничего себе! Артем Боткин, ответ! От Артема Боткина, пауэрлифтинг. Итак. Внимание. Очередной удар. Ой-ой-ой, громко, громко, нормально. Ой, смотрите, кровь. У Макета понятно, что он не будет останавливаться, но кровь прям нормально, ничего себе. Прям полный рот крови. Вот это жесть. Вот это жесть. И ответ от Маги. Это третий удар. И такое напряженное противостояние. Итак, Мага вперед. Поддерживают Магу парни, да? Сейчас его удар. Итак. Прям медитация, настоящий удар от Маги. Просто тигр он. Ой-ой-ой-ой-ой, нормально, нормально, звенит, но кажется, такое впечатление, что Артем уже привык, вот так это. Нормально, 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 говорит, сейчас будет отвечать Артем Полотки, пауэрлифтинг. Ох, нормально, хорош, хорош, ядрененько, хорошо же, мужики. Итак, ответ от Артема. Ой-ой-ой. Что, Мага говорит, что немножко глаз задел. Слушайте, ну что, два фола, нет? Нет, не два фола. Ну что, продолжаем? Один фол по совокупности засчитывается Артему Поткину. И ответ от Маги, это уже четвертый удар, друзья. Мы дожили до четвертого удара. Очень напряженная битва. Давайте смотреть, итак, Мага. Пятый удар. Сосредоточился. Нормально. Артем был привык просто. Накачался. Говорит, предыдущие были жестко. Предыдущие были жестче. Он говорит, привык уже просто. Накачал щеку. Итак, Артем Ботки. За Тему тоже болеет. Кто поддерживает Артема? Колоссальная поддержка и у того, и у другого спортсмена. Ну, подчеркиваю, опять же, благородный характер. Парни очень честно борются. Пятый удар от Артема. Итак, ну что, по 5 ударов готовы ли вынести судейский вердикт? Да, 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 5 ударов. Или стоп, по 5 было? По 5, да, да, совершенно верно. Итак, друзья, победа присуждается Маге. Напряженная борьба, зрители готовы! Кто болеет за бармена Анатолия Галушко?
А пока вы болеете, Анатолий Галушко уверенно принимает удар от Дрюса Всемогущего. Ответ от Анатолия. Барду... Ой-ой-ой! Он представил, что какой-то пьяный клиент перелезает через барную стойку. И он все время хотел это сделать, ему ответить оплеуху. Тоже два бармена, вот они, сошлись. Парни, как бы вы назвали этот коктейль? Кровь из щеки. Как-то на барменском языке сейчас парни переговорили. Так. Второй удар. Нормально. Сейчас Брюс прям хорошо такой. Парни, поскольку бармены измеряют удары в градусах, да? На какой коктейль бы это потянуло? На Лонг-Айленд? Итак, ответ. Ой, жесткая ответочка от бармена Анатолия. Трюс всемогущий. Третий удар. Ой-ой-ой-ой-ой. По три удара сделай, да? Третий удар сейчас будет бить Анатолий. Ой-ой-ой! Искры из глаз, страсти накаляются. Нормально, готов ответить Брюс. Итак, есть. Есть еще один звонкий удар в копилочку нашего противостояния. Итак, ответочка. Ой-ой-ой, кровь, смотрите, кровь появилась, да-да-да. Ну, чуть-чуть, по губе. Итак, четвертые удары состоялись. Заключительный, пятый. Чуть-чуть надо подышать. Брюс всемогущий, всех могущий. Чуть-чуть пробушки, но ничего страшного. Давайте поддержим парней, финальный удар. Ой, как в рестлинге, вот это шоу. Опа! Извини, внимание, нарушил фол, да, фол. В челюсть сейчас, да? Ладонью, это фол. Не хотел, итак, это фол. И сейчас, что, перебиваем? Шучу, это не тот случай. Итак, ответ. Сейчас ответ от бармена на Анатолия Галушко. Ну что, да, вот так вот мы сегодня видели фол, который, сказать, ну нормально все, Анатолий в форме, Анатолий готов продолжать. Итак, ответ от Анатолия. Чуть-чуть сорвался у него удар, и небольшая струйка крови появилась у его соперника. Итак, еще один удар состоялся. Ну что, по 5 ударов. Пятый сейчас будет удар у Анатолия. Пятый удар у Анатолия. Нормально, уже щека так распухла. Очень жестко. По одному. Друзья, вы хотите еще по одному удару, да? Давайте, не молчи, поддерживаем. Итак, ответочка. Итак, готовится Дрюс всемогущий. Так, нормально. И ответ от Анатолия. Ой-ой-ой-ой-ой. И по результатам экстра раунда победа достается бармену Анатолию Галушко! Вот они, красавцы! Бой за четвертое место! Пауэрлифтер против брейкбиста! Артем против Дрюса! Дрюс немножко подбит, но не сдается. Нормально, Дрюс-то!
придрючился, не боюсь этого слова, наносить удары, и отвечает его оппонент, отвечает Артем. Звонким ударом, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, звонко, академично, вы знаете, Артему, мне кажется, за самый... благородную борьбу может достаться приз. Итак, ответ от Дрюса. Обратите внимание, как класс атлетов растет от поединка к поединку. И Дрюс! О, нормально. Так, а нормально, честно было, не по глазу. Не по чуть-чуть, да, отдает немножко, но уже чуть. С одной стороны растет класс, с другой стороны немножко пробитые уже атлеты. Да, Василий с пониманием смотрит. Единственный, кто прошел через это среди зрителей. Итак, ответ. Ответочка. Дрюс отлично держит удар. Итак, второй удар от Дрюса. Даже руку отбил от Дрюса. Пауэрлифтер. Итак, Дрюс. Сейчас прилетит. Ой-ой-ой, жестко, жестко. Вот так-то. Очень жестко прилетает от Дрюса. Ну что? Нормально, что творит, а? Итак, ответ от Артема. Ответочка. Опа! Итак, посмотрите, волевыми усилиями, сам шатаясь, нанес победный удар Артем Боткин, представляющий пауэрлифтер. Четвертое место. Против коленочника. Потрясающе. А ты давно оперировал аппендицит? 5 февраля. Ты когда колено оперировал? Давно, да? Но все равно нормально, четко. Смотрите, какие щечки румяные у парней. Итак, первый удар за самбистом. Разница в весе, ваша поддержка. Ой-ой-ой. Чуть-чуть неправильно ударил, да. Приносит извинения свои. И отвечать сейчас будет бармен. Такой коктейль сибирский, под красноярский поцелуй. Наносит бармен. Ой-ой-ой-ой-ой. Видно, что... И воздерживаются от дальнейших. Все-таки масса зарешала. Ваши аплодисменты. Масса зарешала. Итак, борцовское противостояние. Это суперфинал. Ваши аплодисменты и эмоции. Отлично. Итак. Очень мощно, академично, хрестоматийно наносит мага. Отвечает самбист и бармен Анатолий. Нормально. Да, ну, да, замечание, замечание. Итак, так, замечание, просит прощения. Итак, ну что, фол или дополнительный удар? Что, фол. Итак, один фол. Один фол. Нормально. Итак, ну что ж, давайте поаплодируем за благородство. Спортсмены признают свою неправоту, просят прощения. Итак, один фол у Анатолия. Итак, мага. Анатолий не Вассерман. Итак, внимание, финальные удары от маги. Так, сейчас он всем раздаст и сзади, и спереди. Итак. О, нормально, нормально. Чуть-чуть ухо. Ну, нормально, нормально все. Ответ от Анатолия. Да уж, теперь будьте добры без валов. Бармен Анатолий. Так, хорошо, хорошо. Чуть-чуть маг сейчас присел. Знаете, как в тяжелой атлетике взять их в стойку с легким полуподсетом. Полуприсед такой. Принял удар в полуприсед. Итак, сосредоточились. Сколько ударов уже состоялось? Три, да?
Третий удар сейчас будет. Третий удар. Все нормально, Марк говорит. Я еще буду. Третий удар. Итак, Мага. Выдохнул. Поправил кепку, как в фильме, изо всех сил. Сталлоне. Бармен. Анатолий. Так, прям по уху. Сейчас прям Мага захотел сломать ухо Анатолию, чтобы он тоже был, как все борцы. По одному фолу. По одному фолу прям видно красное ухо. Да, да. Сейчас прям, ну что, нервы уже, да, понятно, что не просто парням, по одному фолу заработали. Не, да, не подсаживаемся, только, пожалуйста. Итак, удар от Анатолия. Очень хорошо Мага держал. Чё? Чё? Итак, друзья, победа присуждается бармену Анатолию. Ну давайте сердечно, что? Понимаю, Мага, ну что, принял, на самом деле, очень круто выступал и, ну, принял разумное решение, на самом деле. Берем свое здоровье, порадовал нас. Аплодисменты Маге, Санжоеву.